Автостоп появился 10 лет назад с одной простой целью – показать, что в городе Магнитогорске можно и на телевидении сделать шоу не хуже, чем Топ Гир. И это получилось. Но некоторое время назад мы немножко просели. Все потому, что в этом году я приобрел себе то, что дороже любых автомобилей, самолетов и всего остального. Но вот сейчас, алло, мы ищем таланты, хотелось бы сказать. Хотя таланты эти были всегда. Были люди одаренные, мы их вам раньше показывали. Но вот люди подумали, что кризис и не время машины восстанавливать, красить, ремонтировать. Да нет, самое время, потому что покупая новый автомобиль, вы вкладываете бешеное количество денег. И гораздо проще ездить, на автомобиле БУ, содержать его в отличном состоянии. И ездить, в принципе, и на оригинальных дисках. Ну вот теперь про эти самые диски. И сюда мы приехали, на улицу Оренбургскую, 2В. Это всем известная пожарная часть. Тут рядышком шига стоит красная. Ну, проезд закрыт, поэтому немножечко чуть дальше. И сюда заедете, это рядышком. С одной простой задачей. Показать вам, что сегодня и сейчас не обязательно попадать на комплект оригинальных дисков, которые стоят, извините, 70 тысяч рублей, если брать, такую хорошую машину, как Audi A8. Можно, конечно, поставить дубликат, тоже с шильдиком. Это будет дешевле, примерно в два раза. А можно просто приехать сюда и поправить эти диски, потому что здесь установлена современнейшая инновационная технология восстановления дисков, шиномонтажа и балансировки, и, кстати, мойки ваших колес. Эта технология позволяет вам восстанавливать геометрически правильные размеры легкосплавных и кованых дисков. Хотя, если честно, то обработка металла давлением присутствует в любых дисках. И тут понятно отличие железной штамповки. Ее, в принципе, кувалдой можно и на глаз выстучить, да и выкинуть не жалко. Другое дело, диски красивые и, казалось бы, хрупкие. Но давайте по порядку. Прежде чем до диска добраться, надо удалить резиновое покрытие, саму коляску. И далеко не каждая шиномонтажка имеет автомат мытья колес. Это вот имеет. Моется и диск, и резина. Да это приятнее работать с чистым колесом, еще приятнее его хранить. Но это для тех, кто сюда переобуться приедет. Теперь сам диск правится. Потихоньку. Не тупым ударом кувалды, а с помощью гидравлического пресса. Плавно равняется геометрия, не разрушая молекулярные связи. Естественно, за всей процедурой установлен микронометрический контроль. Кстати, легкосплавные диски выдерживают нагрузку в разы превышающую штампованные. И виной тому высокотемпературные условия обработки. Заготовка обрабатывается, будучи нагретой до 600 градусов Цельсия. То есть в процессе остывания сохраняется изначально заложенная межмолекулярная прочность. Так что в случае видимой невооруженным глазом замятости обода ни в коем случае не паникуйте, не пытайтесь выправить своими силами, а везите колесо сюда. Вас прекрасно город Магнитогорск знает как специалиста, который внедряет все инновационные технологии по работе с красками. То есть это Color Glor, это Detec. Но ведь прогресс не стоит на месте. Да, для горожан мы предоставили еще одну услугу. Это банальный шиномонтаж, но с очень квалифицированным человеком, у которого опыт работы составляет порядка 10 лет, так же, как и у вас. И, скажем, такая вещь не для всех как доступная. Это дископрав. То есть, что требует, опять же, квалифицированного сотрудника и своего рода большой ответственности, так как, оригинальный диск поправить – это гораздо проще, чем его купить. Но сделать его нужно с такой геометрией, чтобы он ничем не отличался от нового. То есть мы можем сказать, что попав в ямку, получив, допустим, восьмерку и почувствовав биение, вам за голову не надо хвататься, вам надо просто сюда приехать, посмотреть на месте, и, возможно, это всего лишь обойдется, в несколько тысяч рублей. Да, конечно, это делается, в принципе, без проблем. Единственное, нужно ваше время, чтобы оставить нам автомобиль. Ну и все-таки еще про шиномонтаж. Потому как диск-то вы поправили, а без резины это не колесо. Современнейший шиномонтажный комплекс бережно обует резину любого диаметра. Причем возможен и обратный шиномонтаж. Это когда в угоду кичу диск снаружи выглядеть должен просто гигантским, благодаря декоративному ободу. И тогда резина на диск надевается изнутри. Ну и естественно балансировка.
Без нее ездить некомфортно, а иногда и опасно. И делать эту профилактическую процедуру лучше после каждого влета в дорожный беспредел, коим еще богата Россия. Вот так вот, человек работает уже 13 лет. То есть 13 лет он занимается восстановлением дисков до их нормального геометрического состояния. То есть вам надо понимать, что легкосплавные диски, они могут быть восстановлены. Это дешевле. Мало того, вы можете 20-30 лет ездить и на оригинальных дисках. То есть выкидывать и тратить деньги не надо. Надо просто приехать сюда, на улицу Оренбургскую 2В. Это центр инновационного восстановления ваших оригинальных дисков.